сябры! Доброго ранку! Як проходять канікули? Як настрой? Калі ви легко прочнулися і одразу включили наш добраранок, гэта значить, що на сьогодні ви запланували шмат цікавого. І обов'язково усюди поспієте. І у вас усе отримається. А де наш лісик? Так не прихоже спазняться. У добраранку його дві дівчинки чекають. А каля і кралю? Так, один, два, три, шість. Кася, передохни. Ой, одним словом, усі діти країни і їх батьки лісіка чекають. А так само їх бабулі і дядулі. А він спазняється. Біятка, пропоную нашого спазнялку трошки розіграти. Давай, вушка, скажу я. Домовилися? Домовилися. Нехай тільки з'явиться наша зорочка довговухая. Привітання, Біята і Кася. Доброго ранку усім глядачам добраранка. Пробачте, калі ласка, давно чекав гэтую книжку. І вось, дочекався. Тільки що поштальйон принес. Летіла з другого кутка світу. Мені ще усе перекладати на білоруську мову треба. А що гэта ви стішилися, ніби води у рот набрали? Сябры, ви не ведаєте, що з Касій Біятой стало? Некі царевны молчухи у добраранку з'явіліся. Але гэта яшчэ і лепш. Ніхто не будзе перашкаджаць нам мультфільм глядзець. Ла-л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 а. Тра-л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 а. А вы чему такие сумные? У царевнов не смеянок незнарок перетворилися. А вы плакать зараз не станете? Что с вами? А ну спынитесь! Спробую вас развеселить. Дякую, стишились. Усё, веселю. Только мне треба трошки подрыхтоваться. Поглядите мультик, а я придумаю что-нибудь вельми веселое. Увага, увага! Зараз ви убачите самого знакомитого мага у світі – Лесіка. Ой. Я покажу вам фокус, який переверне всю вашу свідомість. Ой! Такого ви ще ніколи не бачили, і навряд чи убачите. Тільки буде велика просьба відвернутися і на некілька хвилин заплющить в очі. Зараз я узмахну левим вушком, потім правим. У гэтий момент можете глядіть, і ви убачите, як з гэтага чароўнага капелюша нешта выскочить. І так я починаю. Ай, ратуйте! Не с капелюша нехто выскочил, а сам мах под стол звалился. Вось гэта раніца. А, вы заговорили. Здаецца, у мяне атрымалася. Ура, я вас рассмешил и разговорил. И мы зноў стали вясёлымі дзяўчынкамі. Только мах с тебе, Лесик, усё ж таки не атрымаўся. Я ще и нос себе побил. Болить. Але я потренируюся и всё атрымаецца.
У меня новая книжка есть. Там все про фокусы и чародейство написано. Пропоную прикласти лед до грузака лисика и разом с тем поглядеть мультфильм. Я готовы повторить свой чародейный номер. Не-не-не, Лесечок, не треба. Давай другим разом. Пропоную больш спокойные занятки. Например, проглядеть почту от наших глядачов. О, я сбегаю до почтовой скрыни. Может, новые листы пришли? Первая добрая идея у тебя, Лесечок. Ага. Давайте начнем с электронной почты. Ага. Пьята, есть листы? Есть, и навод с малюнками. О! Давайте проверим, некто у першиню написал, те уже удельничал у наших конкурсах. Пиша вам Маша Шалухова из Рогачева. Девчинцы 8 годов. Маша пиша, что однойчи примала удел у нашей викторине и навод отримала приз. На гэты раз дзяўчынка вырашыла паспрабаваць свае сілы ў новым конкурсе. Не так даўно мы прасілі намаляваць любімую пару года. У Машы гэта лета. Вось і на яе малюнку вясёлы дэльфінчык у моры. І гэта пры тым, што на моры дзяўчынка пакуль што не была. Але мы ўпэўнены, Маша, што вельмі хутка ты паскачаш па ласкавых марскіх хвалях і павітаюся з сапраўдным дэльфінам. Дякую тебе за такий теплый малюнок. Нам он вельми сподобался. Теперь давайте поглядим, откуда еще пришли листы. Тут одразу два письма с отказами на мою загадку. Я нагадаю я ей. И тонкие, и долгие островы не видать. И правильный отказ – дождь. Теплый летний дождик нам намалевала 6-годовая Алена Захаревич с Бреста. А хмарку с усмешкой дослал юный мастак Матвей Коржов. Он живе у вёсцы Баршчоўка Рэчыцкага района Гомельской области. А вот в этом конверте судовный календарь от Полины Козловской из города Лиды. Девчинка отгукнулась на нашу пропанову и зробила свой календарь. И она вельми трапно зауважила особливость кожного месяца и перенесла это на паперу. Мне сподобался жнівеньский колос. А я одразу зауважила червеньские суницы. А я подзначил еще один колеровый малюнок от Полины. Восемь. Судовный портрет Касі и Лесика. И мы тут у таким святочным настроем. Ага, я б назвал малюнок Полины «Лепшие сябры». Ага. Девчонки и хлопчики, дякую вам за ваши малюнки и правильные отказы на наши пытанні. Тому каждый мастак, имя якого мы сегодня назвали, отрымая невеликий подарунок от нас и часописа «Рюкзачок». А еще мы подарим усім аматорам Добраранка цікавый мультфильм. Самым маленьким надоешел час вести у дитячие садки. А школьники могут никуда не спешаться, потому что зараз еще каникулы. Только пообещайте, что вы не будете весь день сидеть за компьютерными гульнями. А погуляете у дворы с сябрами. И не забудьтеся, что завтра с ранку мы снова встретимся у нашим Добраранку! Как завсюду весело!